Звонить. Звонить означает издавать звон. Будильник звонит утром. Колокол звонил уже третий раз. Звонить – это подавать сигнал звонком, производить звон. Звонить в дверь. Монах звонит в колокол. Звонить – это связываться, вызывать, говорить по телефону. Звонит мама. Звони Мише. В настоящем времени я звоню. Ты звонишь. Он, она, оно звонит. Вы звоните. Мы звоним. Они звонят. Звонить. Это несовершенный вид глагола. Совершенный вид глагола. Позвонить. Позвонить в дверь. Позвонить по телефону. Дозвониться. Это связаться с кем-то, обычно по телефону, часто не с первого раза, а после неудачных попыток. Я полдня не могла до тебя дозвониться. Я наконец-то дозвонилась в отель. Зазвонить. Это начать звонить. Телефон зазвонил. Дверной звонок зазвонил. Названивать означает очень настойчиво, беспрерывно звонить. Хватит мне названивать. Поклонник названивает ей целый день.
Обзвонить. Это последовательно. Позвонить по телефону всем или многим. Вы всех клиентов обзвонили. Я обзвонила своих друзей и позвала на мой день рождения. Отзвониться. Означает позвонить тому, кому было обещано. Приедешь домой, сразу отзвонись. Хорошо, отзвонюсь. Отзвониться. Синоним. Перезвонить. Перезвони мне завтра утром. Мне надо перезвонить маме. Созвониться означает связаться с кем-то по телефону, позвонить друг другу в оговоренное время. Давай созвонимся позже. Мы созвонимся через неделю. Пока все. Всем спасибо. Жду вас на моей странице на Бусти.